Так, Сопрот себе. Сопрот, Алиса, тебе нужен Сопрот? Нет. Там физуха. Так, классный обмен. Мне нужна фласка на хп. Админ, кинь. Так, Китами и Агра на Сопрот обмен. Все по стандарту. Сначала убиваем звезду, потом переключаемся в квадрат, потом в крест, потом в босса. Верчи на пул. Виби, просто, простите, царь Шансунг. Так, еще раз я проебал. Кто я? Там звезду танчит? Ты? Я танчу звезду. Заебись. На пол и меняться. На пульте там дайте поставить, потом вливаемся. Гера, Гера. Далшева. У нас минус лоб. Так, агро, бэр, полоко. Турбо, агро. Фулл рибаф пока зуму. Стрей ДПС, алё, блядь. Бип без кинет. Да нормально всё, не парь. Войт умер. Ладно, добиваем звезду. Вивинар, Китами. Бэр. Блядь, Винар, падаем. Хотя... Хотя... Да пошли бить, нормально. Да все, че, а кого? А, ну пошли. Бэрить или нет? Нет. ДДшеров надо бэрить, не бэрь танка. Сожри, уйди отсюда. Баба, забери. Да, падайте на. Че Малекит не захилил-то? Мана закончилась, понял, на. Ложимся. Что, ты копья словил? Она что, ебала до тебя стояла, что ли? Сухопутная мразь. Малик. Давай, Маслец. Достаньте меня, я в кресте лежу. Поменяем немножко. Микстурка в кресте. Алиса на этом. На хенте будет. Там... Какая метка? Висите нас, мне в кресте лежу. Вот, Миш, Алиса, я вижу твой труп. Почему он в стенке стоит? Потому что я стояла так, чтобы меня далеко не откидывало от хпа. Вот, по именно ты стоишь в кресте, я тебя откидывать в стенку, блядь.
Вот если ты вот так стоишь, тебя откидывает в стенку, и ты будешь стоять вот так. Да. И потом крест просто раз бегать сюда. Тебе не надо каждый раз туда бегать, просто стоишь там, тебе маленький дистанет. Да. Делаем проще, смотри. Иди смотри. Большая, потому что копья, блядь, в хила летят. Алло, Алиса. Короче, я понял. Нет, ты микстурка на кресте. Не, короче, микстурка на кресте, Алиса на квадрате. Понял, Алис? Рече на пул. На бафы, нахуй. Раздали бафы. Кто там пробивает сильный квадрат, да? Пробивает танк сильно. Сильно тебе микстурка пробивает? Да. Да не, в общем, он самый сильный, да, кто пробивает танк? По идее, крест больше. Нет, квадрат счет сильнее. Знаете, огурцы возьмите. Че по бафам не хватает? Котла, что не хватает? 300 бафа? Котлас, когда мы убиваем звезду, ты уводишь босса за рейдом. Вот сюда становишься, я у тебя его забираю, и ты идешь, помогаешь квадрату, после квадрат идешь... Не, точнее, ты идешь крест Алисе, помогаешь Алисе, забираешь с нём оба... Понял? Потом убиваете, и по команде даете бомжа, если поднимет. Еще когда... раз, когда крест умирает, ты танчишь квадрат, сюда. Алиса. Вот сюда, где я прыгаю, да-да. Вот тут. Я у тебя босса забираю, установлю его сюда. И ты идешь бить Калиси, забираешь с нее моба, который на ней будет. Помогаешь Лисе. А, на микстурке, на микстурке, на микстурке, на микстурке. Потом, когда убьют квадрат, все побежите. Крест в кресте, маги дадите копии, блядь. ДКшники дадите бомжей, чтобы копии летели в них. Так, поты, поты, блин. Так, где у меня нормур? О, у меня нормур. Фелшер. Геру. Вы под вихрем не стойте. Бестером. Далшева. Шансунг тебя сейчас убьет. Блять, ну прохиливать меня можете, не? Умирайте нахуй. Хилы стоят в одной куче и ловят вихрь ебучий. Поэтому они тебя не могут прохиливать. Я все прожимки, сука, там. Типа вы можете, когда бабу бьем, просто РДД и хилы распределиться, потому что вихрь выходит из какого-то определенного человека и летит в сторону кого-то другого. Быстрее, кто резать может диван. От него отходить. Че, он, сука, седьмого хила спекать или че на?
Снимайте диван и давайте мы срез. Вон, посмотрите, какая, наверное, куча тут валяется в одном месте. Вот шансы агро, лесы, нормально точечно. Блять, агро. Не на всех вроде ж. Ну, резай по точечным. И эта гильдия убивает лича? Да, да, мы убиваем лича. А чё тебе надо? Мармелад. Ты кто такой? Мармелад. Лупи яда, блядь. Хорошо. Кто такой? Фу, сука! Фу! Вали с нашего Диса. Так, что-то у меня с ХП не то. Малик, из тебя копии летят, нет? Надо подождать. Жрём рыбу, рыбаф, раздаём лес, поднимемся быстрее. Филшер, поднимите. Китами, иди к турбойс. Китами, что хилы вообще просто, блин, рассредоточьтесь от турбо. А турбо ее не затянет этот, нахуй? Нет, не затянет. Каст от босса. Да, если близко будет стоять, убьет. Шансон близко стоял, если бы я не спал, его бы шот. Вот тут стой, вот. Елок прыгает. И все нормально, тебя не достанет. Если бы вихрь кого-то за выйдет, текстурой не пробивает, все. Говоришь, да? Фулл ребаф раздали, кулаки не вижу. Вижу теперь. Мерченый пул. Китами, стоишь за текстурой, вон тут где-то. Желательно. Инту бафнить. Я вообще всегда в туннеле стою, мне как-то норм. Фелшер, все тут. Бля, ну сейчас все сюда прибегут, да? Стража к бою! У нас босс! Рост кого? Так, Геру. Казума захил. Повойду БР агро. Далшева. Есть БР, повойду. Котлас умер. Ложим. Совсем печально. Если китами там будет стоять, она китласа не прохилит. Котлас. Я его не могу из-за текстуры хилить. Ребят, тяжело хилить. У нас ДЦшник и два массовика. Очень тяжело там. Нету шамана. Был бы шаман, было бы... У нас херово туча шипы, которые в одной пати, блядь. Раскидайте их по патям, пожалуйста. Пускай они хилят. Они в пятером пати есть по одному шипе, да. А, не, в четвертом нет. По два, блядь. Накидайте, где танки есть, по два. Костя пусть зайдет.
Попроси Простю, пусть зайдет похилит, потому что оно может дальше. На, давай, походи Агров в саву. Агров в саву, а это... Но тогда этого бафа не будет. А, китами у нас есть. Кто падает? Сейчас упал танк, потому без, что без директ хила, блин, такими слабыми танками танчить такое. Как слабо? Слабые. Танки, ну а что слабые, ты хочешь сказать, что Котлас сильный, что ли, там? Хочешь сказать, что я сильный танк. И ты тоже не сильный танк. Ночь. 4Т4, там на сайт неплохой. Ебать, у нас три прожимки на рейте есть. Я понял вас, ну. Проще пойти, дайте. Просто крестом тяжело поднимать танка, честно. Друидам тоже, ну, не особо. Шаман или холипал, это директ хилы. Пикните. Не, ну другие тоже могут быть директ хилами, блядь. А там надо специальный билд. Сумоньте просит. Уже. Давай. Давайте нам еще вообще сегодня не убивать. Сейчас как раз император придет. И толку с него. Ну не знаю. Давай я пока классу дам на 3%, чтобы его меньше пробивал. Я тоже не знаю толку. Кулак, дайте поварим. Дайте Котласу сопрот. Еще это играйте? О, да. Вспомнишь солнце, вот он лучик. Заходи. Нет, ты не так сказал. Предлагаю какого-нибудь ДДшника сменить, которого меньше всего ДПС. Ты уже тут, император? Да, я уже все, я захожу. Ну, уже все, прирудился почти. Кто хочет сам на замену с ДДшников слабых? А ИП будет. Я спросил, сука, слабых, блядь. Ну, агро нельзя, это БР. Это да. Тебя нельзя, ты топчик, типа... Да, вот меня сейчас обогнал. Сидим-то. Галя попросилась. Так, заходи, император, быстрее. А, ты тут. Вот толку нам с этих, блядь, людей в гильдии, если они, блядь, максимум один трай, я до 10-12, блядь. Ебать нахуй. Фух. Так. Давайте быстрее убиваем. Мастер, слабые уходят, сильные остаются, понимаешь? Это закон. Маликет, я лучше ройну взгляд. Вот смотрите, маликет... Сопротик, минут. Смотрите, Маликет тоже хочет пойти поспать. Парень устал, реально. Но он с нами сидит, трает. Отчет. А Шарп съебнул, это к слову. Угу. Сука. На мясо. Давай его на ремне этого Шарпа порежем просто. Давай. Просто снимите, чтобы он не мог ЕП начислять. Все, я повис. Войд? Микстур. Отвис? Нет. Не отвис. Ложимся. Мастер прохил. А ложимся. Хули на... хилить, уже пол рейда лежит, нахуй. Как вы так сдохли быстро? Я не понимаю. Мы ж вроде хила хорошего добрали. Что произошло? Кто-то вылетел, этот. Завис кто-то. Кто-то завис. Это был хил, да? Танк. Это был танк. А, ну это один. Это трай не считается.
Пиздец. Со следующего ГП, да? Со следующего ГП даем. За что, блядь? Хилам и танкам. Танкам что, да, не поражались вовремя, хилам за то, что не поднялись их. За то, что не отвисли вовремя, да? И ДДшерам всем, потому что нормально не заливали, не быстро. А предлагаю еще Виби дополнительный ЕП дать, потому что... ГП ты хотел сказать. ГП, да, да, ГП. Ну, давайте доп ЕП, поправляю, ЕП. ГП, ну, можете, там, чтоб приор такой же был, вообще похер. А давайте, короче, пиздавайте. Я сегодня придумал теорию, как раньше делали мороженое. Ну, мне сегодня байтили на мороженку, вот. Я говорю, не, у меня горло болит. И, ну, ждем зимы, когда снег выпадет. Возьмем сок ягод, нальем на снег, положим туда палку и будем считать, пока это все долетит. Какой-то бомж рядом пройдет, сделает свое дело. Ну да, подкрасить. Да, добавить вкус еще один. Шкафчик поставил вот из-за туры. Турбо, дай булочку. Колеси с такими же. Тык на шкаф. Тык на шкаф, 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 микс только тык-тык-тык-тык-тык-тык. Мы сегодня убьем или нет? Интересно. Да мы сейчас его вообще ушатаем. Может кто-то Дживса поставить? Император, задонь мне нахуй поставки, блядь, на шиманы. И на холи палуны. Фелшера, рисните. Поставить кто-то Дживс или в Даларан лететь? Ну, поставьте Дживс. Лапу бахнить. А ну знаешь, чего не хватает? Так, а где у нас... О! Сумманите, пожалуйста. Я пока не могу использовать... Да ты чё не тут? Дживса так никто не поставил, весь поломан. У Ромка голос похожий на шансон о чем-то. Че, пришел тебе сумму? Да, гружусь. Все, я готов, бафы все есть. Фелшер, Миша Про. Боже, к бою! У нас гость!
Дал ШВ. Прожимки давайте там. Дай прожимки. Маликет, к тебе вихрь пошел, осторожней. Агро Бэй. С Адзером. Турбо Агро. Ну вы, блядь, прикалываетесь. Китами Бэр. Эврея. Агро Виби. Ну чё ты встаёшь сразу под вихрь, не ёпнула. Чё минус один? Идём дальше, похуй, блядь. Где ты там встанешь? Пошли бить, да. Квадрат. Вот я поэтому и говорил. Толку с императором. Сдох сразу же. Я говорил, сопрот, дай. Чё, говоришь, народ, да? Да. На меня хила посадите, на. Мамба, забирай в стенку. Я завис. Он бьет по 5к, отхилишься сам. Лакашку. Микстурка, дай прожимку. ДК в гордунте. Каску пассажира. Он не даст тебе, он хилит другого танка. Каски не будет. По сомалийскому ману залейте. Гим на ману, бычья голова. Малики ту ману. Давай бомжей, Котлас. Пошли все к кресту, дали бомжей. Конца, бомжей сделал, дайте бомжей. С меня не забудьте хилить. Скоро прожимка будет. Котлас, дай прожимку, если есть. Уйди оттуда, друид. Уйди, я хилю, мастер. Сейчас это тайм будет бить маликет. Дай на меня частицу убьет. Ой, так. У тебя есть частица. Я упал, Котлас, забери босса. Босса забери, Котлас. Тебя что, откинуло? Босс в стенке, нахуй. Уберите босса отсюда, веди его отсюда, пока ты там не поставил. Прожимку дай, кто у кого есть. Захиливайте, захиливайте просто. Ману Маликиту. Спойте гимн, царь обезьян. Я пою шансон. Достал, да, Маликиту? Достал. Да, прожимку сейчас. 3 секунды. Сука, еще и прожимка мне нет таким вот смыслом. Венар лёг, да? Это пиздец. Забери босса. Котлас, забери. Все, забирайте босса, уводите его туда. Угол его заведите. Осторожно, там сейчас звезда будет. Все, бьем. Звезда, отошли. Да там оставил. Там оставил вызов. Маликета мана нет? Вот и вина. Ты поставила босса. Я под тебя поставил колодец. Тишина. Так, давайте, давайте мы потом это разберем. Звезда, отошли.
Все, бьем босса. 4 минуты у вас есть, чтобы снести нахуй 40 лямов. Гимны на ману читай. Тотемы не бьем. Кто бьет, сука, тотемы, блядь? Какой шаман, нахуй? Император какой? Да не я это, блядь. Звезда, готовьтесь. На. Отошли, на. По тотему, нахуй, никто не бьет, блядь. Босса бей. Фул ДД по боссу, а там вообще не трогать. Гимны. Так, у кого есть еще гимн? Костель, гимн на ману. Отошли, звезда. Ты чьи упал? Ману, гимн, вот. Сейчас ману. Просто дам. ДТМ поставь. Есть еще Бэри, бычьи упал. Бэров нет, 4 минуты. Хилы это помню. Главное ДДшники, чтобы выжили. Это ушли, 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 ушли. Блядь. 3 минуты, в принципе, вы успеваете, блядь. Больше не мерите. Ману забыли. Ману по китами. Агро, залей китами ману. Готовьтесь, звезда. Отошли. Фелшер встает, дайте прохилкали. Босс вырос, дайте прожим как атлас. Не надо, я держу. Не, он не в том смысле. Тотем бьет с линейтами. Готовьте, звезда. Отошли, отошли, блядь, заморозка. Ой, умер. Нормально. Да успеваем. Есть у кого гимн еще? Просто это там есть? Отошли. Отошли, амилики. Кому-то там повезло, пиздец. Анонси мастер звездон, и мрёт от дня. Еще 10 секунд, готовьтесь. Уходите. Ушли, ушли, блядь. Ох, кто на тапки дал, блядь. Так, хилы без маны. Тайминги, блядь, с заморозкой совпали. Давай бьем просто. Малики, сомалийский, дай по себе это. Возложение рук, дай по себе. Готовьте, звезда, что ли. Отошли. Бьем. Еще минута у вас есть. Должны убить. Не успевал вообще мои. Один милик, бля, жив. Микстур, когда я прожил. Звезда, отбежали. Мастер, я один милик. Таску бы дали. Я сдох в самом начале, нахуй, короче. Хуй знает, на мне считать, что ли, было лично. О, трень какая упала. Стопчик. Так, ну на вайш, я так понял, мы не идем. Походу, не знаю, как это уходит. Ну ладно, на понедельник оставим, когда мы отходим. А тут что, скажешь, у босса все время одни и те же части сета, да, падают? Походу, я хуй его знаю. Казум, что, хочешь вторую твинку забирать, да? Казум. Скажите спасибо, что не два охотника, мах, чернокнижник. Ой, не то нажал. Чего так говорить? Больше это фляж. Ой, назад забирает. Со всех, кто ролил больше вторых кусков, никого нету, да?
Зада, потом вторая уходит. Давай без Малика убьем, какая разница. Там главное это фазу вторую пройти и все, дальше изи. Объясните, люди. Слушай, а тут ДБМ же этот тайминги багаются, да? Иногда они неправильно показывают. Там, короче, не знаю, он всегда так или нет, но он два раза кидает хуйню, поворачивается в черную, да, вот это как. И потом уже звезда будет после второй. Короче, давай, не, давай расход. Я уж тоже устал, мне кажется, еще большинство устал. Давайте перенесем лучше на следующий раз. Он и Прости ушел. Прости, она перестала, вроде бы нет. А что, она сложная, Вайша? Она не сложная. Нет, она легче этого босса. Я уже устал. Люди тоже устали. Долго в рейде, ну, камон. А, что у нас сегодня было? Грул Магика, РСК и это, ОКЗС. Ну, блин, много времени потратили. Так. Мы в рейде уже тупо, сколько тут? 4.5 часа почти. Чё это? Грул Магик, кому-то что-то надо? Типа печеньки Т4? Ну, там типа... Ну, да, кто-то еще Т4 одевает. Ну, чё такого? Дайте порт, пожалуйста. А шо, у Виби фулл куски уже собраны? А что? Нет, у меня не фулл.